Скажи, а нам долго осталось до дома? Смотри, начинает смеркаться. Ну и что, мы ведь вместе ко всему готовы. Да и я думал, ты на мотоциклах любишь кататься. Да, конечно, но не так же быстро. Ты только глянь, за сотню зашкаливай. А ты просто прижмись покрепче и улыбнись. Не каждый день судьба вместе нас сталкивает. А жаль, я ведь люблю тебя. Я тебя тоже люблю. Может, все-таки немного сбавишь скорость? Тебе страшно? Ты знаешь, есть чуть-чуть, но в принципе это не так уж и важно. Да ладно, осталось совсем немного. Ночь, дорога, мы вместе. Чего еще надо? И то правда, мне так хорошо с тобой. Мне с тобой тоже, и это главное. Тебе понравился сегодняшний вечер? Да, по-моему, он был замечательный, а тебе? Еще как, а сейчас я в этом убедилась окончательно. Правда, почему? Да просто так. Нет, скажи. Ну потому что с тобой рядом, и я этому очень рада. А ты? Несомненно, солнце, ты не могла бы снять с меня шлем? Зачем? Ты ведь знаешь, одновременно в нем вести мото и разговаривать не совсем удобно. Как скажешь, мне не сложно. Только ты его обязательно надень. Ты чем-то встревожен? Да нет, просто останавливаться лень. Дождь, ночь и двое в путь, никто не прочь навстречу тишине. Он знал, чем обернется школьный бал, что наяву, а не во сне. В эфире канала НТВ программа «Дорожный патруль». Сводка за прошедшие сутки. Знаете, это утро выдалось не самым радужным. Вроде бы детская шутка привела к чудовищной катастрофе. Двое подростков возвращались со школьного бала. Сели на мотоцикл и направились в сторону дома. Но эта поездка ужасной трагедией стала. На скорости более 120 км в час мотоцикл влетел в дерево. Водитель погиб на месте. К счастью, смерть его была безболезненной. Если такое происшествие вообще можно назвать счастьем. Скорая, подоспевшая в одночасье, успела спасти второго пассажира. Ей оказалась девушка. Судьба не распорядилась более мило, не забрала ее в могилу. По сути, она легко отделалась, синяки да ссадины. Правда, морально она очень подавлена. Когда ее нашли, по щекам текли слезы градинами. Причиной спасшей ей жизнь стал шлем, необходимый по технике безопасности. А вот парень пренебрег правилами. Из-за этого приходится продать историю гласности, чтоб никто не ездил без. Дождь, ночь и двое в путь, никто не прочь навстречу тишине. Он знал, чем обернется школьный бал, что наяву, а не во сне. Боже, что это? Почему не работают тормоза? Почему я не могу сбавить скорость, лишь бы она ни о чем не догадалась? Это не самая приятная новость. Да, да, солнце, я знаю, уже начинает смеркаться. Но тебе не обязательно все знать. Зачем обоим бояться, понапрасну страдать? Ты просто прижмись ко мне покрепче. Ты уж прости, что не говорю всей правды. Да и не надо, пускай хоть последние минуты. Ты немного, но все-таки будешь рада. И не нужна мне награда. Об одном Господа Бога прошу, чтобы с тобой все было хорошо. А остальное все не важно, я на себя возьму этот грешок. И вправду осталось совсем немного. Солнце, я тебя тоже люблю. Вечер был замечательный. Да, да, как-нибудь еще раз повторим. Я обещаю, обязательно. Дождь, ночь и двое в путь, никто не прочь навстречу тебе.